Крещение Господне или Богоявление – один из самых древних и значимых христианских праздников, который православные отмечают 19 января. Именно в этот день, по преданию, Иоанн крестил Иисуса в водах Иордана, после чего на Спасителя сошел Святой Дух и явил миру Божьего Сына. Традиция в этот праздник окунаться в воду продолжается и по сей день. Правда, как говорят священнослужители, пошла она от языческих суеверий. Потому что есть само содержание праздника, а есть народные фольклорные обычаи, которые вокруг него складываются. Вот купание в проруби относится ко второму. Делать это не грех, но превращать праздник только лишь в это совершенно неправильно. Вот это, к сожалению, происходит. Но церковь не может это запретить, она это принимает. Вот как видите, священники ходят на эти места, где готовится место для купаний, освещают их. В этом году таких освященных мест в Ленинском районе было 11. Купания начались еще накануне праздника в полночь. И как бы церковь ни относилась к традиции окунаться в прорубь, люди не перестают верить, что омовение поможет очиститься. Чувствуешь себя человеком на весь год, заряжаешься полностью, болезни все уходят, ничего. Чувствуешь себя молодым, как заново родился младенцем. Спаси, сохрани нас всех, Господи. Я христианин, поэтому для меня это культурное оздоровление немножко для себя. Советуете? Всем. Несмотря на то, что в этом году крещенские морозы не такие уж и суровые, но температура ощущается как все минус 20. Однако на Ильинском пруду людей много, и они все подходят. Мы тоже решили приобщиться к святому обряду и хотя бы умыться. Очень хорошо, всем советую. О! Хорошо, но холодно. Отлично. Впечатление? Очень хорошее. Очень холодно, потом жарче становится. Поделитесь, холодно. Матом ругаться не хочется. Холодно так? Нет. Ну а какие отлично ощущения? Ну сейчас ногам очень холодно. Сейчас согреюсь быстро. Окунались даже дети. Пятилетняя Варвара пришла с бабушкой и дедушкой. Это был ее первый опыт, но девочка справилась. Силе духа малышки могут позавидовать даже взрослые. Хорошо. Хорошо искупалась, да? Тебе понравилось? Понравилось? Угу. Понравилось. Только немножко вот замерз. Будешь в следующем году еще раз? Буду. Ага. Чтобы процесс окунания проходил спокойно, за порядком следили сотрудники полиции и МЧС. Дабы не создавать толкучку, к проруби пускали по 5 человек. За время праздника ни на одном из организованных мест купания не произошло каких-либо ЧП. Проходит все нормально, все замечательно. Люди купаются, отдыхают. Те же, кто окунуться по каким-либо причинам не смог, но к Иордане все-таки пришел, просто умывались. Но где бы в крещение вы ни коснулись воды, на праздничной службе говорится, освящается всяких вод естество. А это значит, что Спаситель в этот день, прикасаясь к воде, освящает всю природу. Поэтому, если вы так и не смогли добраться до проруби, не жалейте. Вода из крана в эту ночь тоже наполняется Божьей благодатью. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.